На Димке кашу положили уже. Кушать надо. Да. Сейчас мы дружку пойдем. Тоже у него тут первое, второе и компот. Так что ладно, пускай кушают, а мы пойдем кормить дружка. Хитрожопка. Своего и мало пришла. Мы тут выложили кашу дружочку, а она приперлась. И кашу его съела. Так, ты глянь, что. Вот свою, наверное, съела. И все прошла, доела его. А он, бедолага, он стоит в кустах и боится подойти. Ну там еще супчик остался. Сейчас ему сухариков насыпем. Так что не переживайте, голодным он не останется. Ну, короче, несем мы еще и сухарей. Потому как вот эта жадоба суп съела тоже. Она съела все это. Ой, что-то хромает. Дружочек, не уходи, мы тебе сейчас насыпем. А то жадоба все съела.